Друзья, всем привет! Продолжаем вместе с вами смотреть на те автомобили, которые пришли для наших клиентов. Сегодня у нас в начале видео вот такой красавец. Это 200-й Crown. Аукционный лист USS к вашему вниманию. 4,5 балла у него оценка. ГРС-200 кузов, 95 тысяч пробег. Это у нас атлет. 2,5 мотор, 4GR. В общем, и такие машины тоже заказывают. Курсы валют делают свое дело, и такая покупка тоже оказывается очень и очень выгодной. Старая архитектура. Наш пробег, расход, эмблема старого формата. Соответственно, переключение режимов езды, камера заднего хода, фары ксенон. Здесь у нас управление музыкой, переключение режимов. Даже на жестком диске что-то есть. Какие-то душевные японские песни. И, конечно же, функция свинг, как можете видеть. Воздуховод двигается влево-вправо. Здесь у нас можно принимать звонки, переключать запас хода, запуск с кнопки. Соответственно, автоматическое складывание зеркал. Ну, по мультимедиа ничего здесь такого интересного нет. Старого формата мультимедиа на старых автомобилях. У кого были старые автомобили, знают эту мультимедию вдоль и поперек. В моторном отсеке блеск и красота. Все очень цивильно, все очень культурно. Эмблема короны на самом видном месте. В багажнике знак аварийной остановки. Коврик фирменный в очень хорошем состоянии. И, соответственно, там у нас еще и докатка. Следующий автомобиль, о котором мы с вами поговорим, это Honda Shuttle. Аукцион ТА. 4 балла у нас оценка. Полторашка в G-комплектации. Это у нас бензин плюс передний привод. Пробег, смотрите, всего 42 тысячи километров. Ну, практически состояние нового автомобиля, что могу сказать. Камера заднего хода на наших рамках уже. Прошел он все процедуры. По таможне, лаборатория, мойка. И вот в таком формате поедет в транспортную компанию. По аукционному листу у нас есть незначительные замечания с индексом 1. На это можно даже не обращать внимания. Резина, правда, у нас остаток не совсем большой. Соответственно, у нас на крышке багажника царапина А2. И вот ее найти тоже достаточно сложно, на самом деле. На первый взгляд я ее не вижу. Задний ряд в шаттле большой. Здесь можно с комфортом разместиться. Большой также багажник. Ковры, все в классном состоянии. Ну и также, конечно, фишка с сиденьями, когда мы можем откинуть сиденье. Это на всех Хондах так сохраняется. И тканевая обивка приятного формата, в том смысле, что она не маркая. И даже если вы запачкали, это все очень легко чистится. Ну и багажник имеет несколько отсеков. Обит бархатом слева-справа, то есть не поцарапайте, нет пластика, как на Тойотах, например. Все уже цивильно обито бархатом. Здесь у нас, соответственно, еще одна ниша. Что касается каких-то ниш, Honda в этом плане молодцы. Очень много всегда маленьких отсеков, куда можно что-то положить, закрепить, и это не будет у вас играть по салону. У нас одна из самых простых по оснащению комплектаций, в том смысле, что у нас пластиковый руль, нет кнопок, запуск с ключа, а в остальном шаттл в салоне производит приятное впечатление. Вот эти синие все нотки добавляют лоска. Классный шаттл. Мне больше нечего добавить. И
снова я нахожусь в огроменном автомобиле. Внутри, да, снаружи он кажется маленьким, но внутри место вагон. И это, друзья, Toyota Tank. Toyota Tank, Rumi, все это одна и та же модель, унификация прослеживается во всем, даже на ковриках написано Tank, Rumi. Здесь мы имеем с вами, друзья, R-ка у нас, соответственно, смотрите, 64 тысячи пробег, полный привод в комплектации XS. Да, есть замена элементов по левой стороне. Ну и вот так выглядит танк в салоне. Совсем не так, как мы себе это дело представляем с самого начала. Здесь у нас, видите, имитация под кожу. Сзади место просто вагон. Потолок находится далеко, высоко. Лобовое стекло также далеко, до него не дотянуться. Здесь все системы безопасности располагаются. Соответственно, вот кнопки. Одна у нас электродверь. Слева она располагается. Ну и, соответственно, закрываем ее. Тканевый салон в черном исполнении. Магнитола штатная от Toyota. Камера заднего хода. Все в данном случае очень неплохо реализовано. Ну и вот с пробегом табло, с температурой сейчас 27. Душновато во Владивостоке. Но нам не привыкать, конечно, но все равно хотелось бы ветерка побольше. Сзади место выглядит вот так. Ну и багажник, конечно, в таком формате не очень большой получается. Но зато задние пассажиры могут разместиться с комфортом. Вот такой ключ у Toyota Tank. Продолжаем идти по автомобилям вместе с вами. И на очереди следующий автомобиль — это Toyota CHR. Аукционный лист на ваших экранах. 4,5 балла его оценка. ST LED комплектация. Соответственно, это у нас версия на моторе 1.2 Turbo. 16 тысяч пробег. И вот такой красавец на туманках, на LED-оптике для нашего клиента представлен в белом цвете, в белом перламутровом цвете. Такая замечательная красота. Одна из фишек, когда у вас будет LED-оптика на CHR, это вот эти бегущие поворотники на манер, как у Lexus. Если вы просто купите без LED-оптики, будет обычная лампа, будет не так эффектно моргать поворотник. Ну и, соответственно, туманки на диодах также. Здесь эмблема, под которой скрываются все системы безопасности. В салоне тканевые сиденья, руль с круизом, с системой безопасности. И вот смотрите, как красиво консоль переливается такими блесками. И кнопка «Гламаз» для нашего клиента. Сидеть в CHR хорошо на переднем ряду, места для ног у меня достаточно, но вот на заднем ряду мне уже, честно говоря, тесновато. Здесь, посмотрите, никаких проблем, если даже можно еще и подвинуться, то есть не упираются там никуда моя коленка, это тоже не мешает. Соответственно, что у нас? Камера заднего хода, как всегда, бардачок, вот такие всякие выштамповки. Здесь тоже ребристость. И вот пробег 16 тысяч километров. Фактически новая машина. Гибридный Voxy, друзья, для нашего клиента. На моторе 1.8. Силовая установка такая же, как на Prius. Агрессивная мордашка у Voxy мне нравится. В белом цвете. Красивое литье. Аукционная оценка, правда, у нас 3,5 балла. Но, в принципе, автомобиль в очень неплохом состоянии. Видимо, предыдущий владелец был активным собаководом. Здесь наклеечка, здесь наклеечка. В салоне он оборудовал автомобиль чехлами. Вот аукционный лист.
хондовский аукцион, ZS комплектация. Ну и давайте попробуем найти те замечания, которые указал инспектор на аукционе Honda. Итак, вот здесь, на левой стороне должна быть А3. А3 это достаточно серьезная царапина, которая должна быть видна. Ну вот это паутина, грязь. Не вижу я, друзья, А3, честно говоря. У1 по левой стороне, на левом крыле, вы на хондовском аукционе никогда не найдете. Вот это все, это грязь. Соответственно, А3, как мы выяснили с вами, тоже найти еще та задача. По факту, А3 есть, но их как бы и нет. И давайте посмотрим по переднему бамперу. У нас А3 и Б3. Это, я думаю, мы с вами найдем, должно быть видно. Да, вот, обращаю ваше внимание, посмотрите, есть и Б, и А, то есть бампера, ну понятно, такой как бы массивный бампер, с весы все-таки, и, конечно, это дело все можно зацепить даже по идеальным дорогам Японии, не говоря уже о дорогах России. И так, в целом, Vauxi в очень неплохом состоянии, думаю, клиент останется доволен. Еще один автомобиль, друзья, это Subaru Levorg в комплектации GTS. Кузов ВМ4, у него R-ка, 127 тысяч пробег. Есть замена элементов по правой стороне. Так автомобиль выглядит в черном цвете. Вид сзади на автомобиль. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Багажник очень вместительный в Леворге. Фирменный коврик с хорошим таким ворсом, большим. Полочка есть. Можем откинуть вот так сидушки. И у вас получится вот такой замечательный ровный пол. Класс! На моря ездить самое то. В салоне преобладают кожные сиденья с синей строчкой. Подлокотник. Друзья, даже смотрите, в пленочке еще. Приятно. Здесь есть у нас, пожалуйста, USB. Коврики тоже фирменные Subaru с синей строчкой. Ну и вот взгляд с места водителя Subaru Levorg. Есть подогревы сидений, как водительского, так и пассажирского. Соответственно, есть помощь при спуске с горы. Система SI Drive фирменная. Круиз-контроль адаптивный. Все это, пожалуйста, дело можно менять. Камера заднего хода. Здесь камера. Здесь показывается, что у нас происходит слева. Все очень добротно у Subaru оснащено, как всегда. Ну и руль кожаный, приятный на ощупь. Тоже с синей строчкой. И еще, друзья, несколько автомобилей, которые я хотел бы вам показать. Например, Nissan Note, E12 кузов. Это у нас не E-Power, обычный бензин. Тоже можете видеть, что мы только что его забрали с таможни. Ключа у меня нет от данного автомобиля, поэтому так я вам его покажу. Stream. Тоже еще один из самых популярных автомобилей из Японии. Freed, пожалуйста, GB5 кузов. Давайте сейчас посмотрим его аукционный лист. Этот автомобиль у нас открыт. У нас здесь аукционный риф, 4,5 балла оценка, 23 тысячи пробег, G-Honda Sensing комплектация. Ну и посмотрите на состояние. Собственно, это подтверждается пробег сразу же и аукционный лист. 4,5, понятно, за что поставил. Просто в салоне просто новая машина. Так, дальше давайте посмотрим, что у нас еще здесь представлено. Honda Fit, это GK4, бензин, полный привод. Также автомобиль открыт. Сейчас я достану аукционный лист. Здесь у нас, друзья, что по аукционнику, у нас здесь R-очка, 39 тысяч пробег, GK4 кузов.
полный привод, есть замечания по кузову. Были замены элементов. Так выглядит автомобиль. Ну, соответственно, только забрали, еще ничего с ним не делали. Это все дело потом у нас уезжает на мойку, и люди получают машинки в чистом состоянии. На Фриде, конечно, две электродвери. Все, дверь поехала. Очень удобно в городских, особенно реалиях, на парковке в супермаркете, например. Так, и у нас здесь уже вот, допустим, пример помытого автомобиля. Уже на рамках, это Mazda CX-3, дизельная полторашка. Уже готова для нашего клиента. И Honda Grace, конечно. В общем, как вы можете видеть, покупают минивены, хэтчбеки, седаны. Вся стоянка полностью забита нашими автомобилями. И это приятно, люди нам доверяют, значит, мы что-то делаем все-таки, наверное, правильно. Друзья, пишите мнение о нашей работе в комментариях. Благодаря вам, вашим замечаниям, вашей поддержке мы становимся лучше. Пишите нам отзывы, пожалуйста. Для нас это важно. И это важно не только для нас. Это важно еще и для тех людей, кто ищет правильные и надежные компании по привозу автомобилей с японских аукционов. Следующий автомобиль, который я хотел бы вам показать, это Honda Stepwagon Spada. RP3 кузов в белом цвете. Подножки подсвечиваются. Приятный запах в салоне. Третий ряд. Вот такая красота, друзья. Подогревы сидений у нас есть. Магнитола Газерс. Видеорегистратор. Уже прошел автомобиль мойку. И, соответственно, отправится совсем скоро в транспортную компанию. Плотничком ставим машины, потому что машин много. Поэтому нет возможности, например, выгнать этот Stepwagon чуть-чуть дальше и вам его показать. Поэтому демонстрирую в таком формате. И аукционалист я в автомобиле не нашел. На память всю информацию по нему не помню. Но обязательно напишу, что за пробег, какая оценка, сколько такие варианты будут стоить в Владивостоке. Тяжеловес из Японии. Nissan NV 350 Caravan. тысячи пробег у него, друзья. Вот это уже, друзья, серьезная техника из Японии подъехала. Тут можно играть в футбол, я полагаю, совершенно спокойно. Лавочка. Вот в таком формате выглядит этот автомобиль. И на контрасте, конечно, со степом. Степ поменьше, чем 350. Аукционный лист NV 350 в комплектации DX у нас автомобиль. 104 тысячи пробег. И, соответственно, R-ка у нас. Есть нюансики. Фордстер, друзья. SG5 кузов для нашего клиента. Прошел лабораторию, таможню, мойку. И ожидает своей очереди в транспортную компанию. Хорошая комплектация. Комбинированный салон. Подогревы задних сидений. Все добротно исполнено.
посмотрим его аукционный лист, который скрывается, как обычно, в бардачке. Здесь мы с вами имеем R-оценка, 38 тысяч пробег, замена элементов по левой стороне. Подогревы передних сидений, X-Mode, кожаный руль. Состояние у машины, конечно, очень и очень хорошее.